продолжается строительство театра юного зрителя. Архитектура объекта сложная. Почти нет строгой геометрии. Стены расположены под разным углом. Пол многоярусный. Объект сложный, но дело движется. Проводятся отделочные и фасадные работы. Строители уже монтируют перегородки. Установили металлические профили, которые будут обшиты гипсокартоном и материалом для шумоизоляции. Значит, также ведем монтаж вентиляционных работ, то есть по этажам. И также сантехники наши занимаются по монтажу трубопровода, теплоснабжения и отопления. Внутри, как и снаружи, здание выглядит масштабно. В отличие от бывшего кинотеатра «Родина», в новом театре будут просторные фойе и гримерки. Зрительный зал тоже теперь выглядит иначе. Он рассчитан на 300 мест, а предыдущий мог вместить 180 человек. Сцена будет оборудована крутящим механизмом. Также для зрителей создадут лаунж-зону, кафе и детскую площадку на прилегающей территории. Объект обещают сдать весной 2023 года. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.